состоялся большой праздник. Это традиционный осенний день открытых дверей. С самого утра родители посещали открытые тренировки. В холле второго этажа школы родители ждали интерактивные зоны. Это и фотовыставка, и выставка изделий из джинсовой ткани, а также анкетирование по качеству предоставляемых образовательных услуг школы-интернатом. После тренировок родители были распределены по классам, где классные руководители вместе с детьми подготовили родительские собрания в формате коллективно-деятельностного проекта. Этот год в Академии посвящен здоровью. И сегодня вместе с родителями дети открывают большую годовую поэтапную игру «5 измерений благополучия». В форме бизнес-завтрака, деловой игры, видеокейсов родители вместе с детьми помогали решить все возникающие трудности. Наши воспитанники подготовили обширную концертную программу, которая состоит из двух частей. Первая – это спектакль, который называется «Летучий корабль». Ребята несколько месяцев репетировали и готовы были с радостью продемонстрировать свое творчество. Вторая часть концерта состояла из песен, танцев, которые подготовил каждый ученик нашей школы для того, чтобы порадовать своего родителя. Незабываемые эмоции, это окунуло, действительно праздник ребята подарили, спасибо огромное. Счастье безумно, видеть их, счастливые лица, и реально это таланты, огромные во всем, спасибо. Хотелось бы пожелать им, чтобы в дальнейшем мы еще раз радовались их выступлениями, ну и успехов на футбольном поле.